день. Тоже прекрасная погода, солнечно. Джону гулялись в лесу. Вышли уже сюда на площадку погулять. Сейчас поедем к маме. Так скажем, наведаемся в гости. Бабушки вышел с новыми двумя пакетами игрушек. Новая какая-то, это платок или что? Пойдем. Черри. Кто это? Черри новая. От Венома подарок. Вообще, вот всегда от бабушки выйдешь с гостинцем. Открывай дверь, пойдем. С пустыми руками точно не уходим. Да. Потягушечки. Да? Прошел лобик? Ай! А? Ложка. Что, будем вставать? Не будем вставать? Нет. А что, будем валяться? Да. Что это? Шарики! А, шарики. Да. Вот это снегопад, это называется. У нас весна идет, весне дорогу. Просто погода меняется, я не знаю, каждые 15 минут. Только что светило солнце, уже везде идет снег. Да причем такими прям, видите, хлопьями прям, огромными. Я надеюсь, что вам видно. Ну, должно быть видно, да. Очень, конечно, классно. Но когда этот снег растает... Небо прям все затянуло. Вот только-только недавно, я говорю, прям солнышко было и так светло, хорошо. Вот так. Морток. Одевайся, морток. Смотрите, про что я и говорю. Снежная прям тучка, видимо, какая-то набежала. А там уже все. Там уже небо чистое, уже просвет. И снежок уже такой более медленно идет. Может быть, сейчас вообще снег закончится и солнышко выйдет. Не прошло и 5 минут. Все, практически снег прекратился. Туча снежная прошла. Здесь уже просвет, голубое небо. Все, снежок прям вот последний, видимо, там какой-то еще падает. А сама туча снежная такая, которая была сильная, уже ушла в сторону. Поэтому снега практически нет. Кстати, вот между домами видно, там еще такая серость. Туда, видимо, ушла эта туча. Вот не зря говорят, да? Март — это такой месяц, когда борется зима с весной. Но, по крайней мере, вот в детстве все время так говорили. То тепло, то холодно, то солнце, то снег. Кто возьмет права в свои руки, то ли зима уйдет, то ли весна придет. Вот хочешь верь, хочешь не верь, а все равно действительно так получается. Вот эти вот и зима, и весна все никак не определяться, кому же быть. Ой, так красиво, тут прям снежок тут так летает. В общем, вот так. Я говорю, погода меняется буквально каждые 10 минут. Я вам сейчас хочу показать. В общем, мне Матюшка принес открытку. Я на самом деле такие открытки собираю. Особенно первые открытки своих детей я берегу. Для меня они дороги. И я потом, конечно же, планирую эти открытки им отдать.
чтобы они видели и также могли там своим детям показать. Я не знаю, может быть, захотят оставить, захотят, потом выкинут. В общем, я такие вещи, вот я говорю, особенно первые открытки, какие-то такие поделки интересные, я оставляю. Напишите, кстати, вы оставляете вот такие вот открытки, какие-то рисунки детские, не знаю, какие-то поделки, может быть, аппликации. Кто собирает, сколько лежат они у вас, что вы с ними делаете. В общем, матюшка вот мне принес такой тюльпанчик. И от Максимки, кстати, у меня тоже есть подобные открытки. И я, знаете, что заметила? Дети почему-то в основном пишут не на развороте какие-то слова, а на заднем листе. Вот у меня и Максим также писал, и матюшка также написал. Вот так вот. «Мама, я тебя поздравляю». Это тут какой-то, видимо, цветочек, сердечки. Конечно же, здесь ошибки есть. Ну, вы знаете, вот эти первые самые открытки, когда сам ребенок пишет и что-то желает, вот они самые-самые такие дорогие сердцу. Поэтому вот она мне здесь стоит на комоде и радует глаз. Друзья мои, я тут вам говорила о том, что я весной очень люблю расхламляться, разбирать все, залезать в шкафчики, полочки. Так вот, на днях я наткнулась на две свои такие интересные вещички, которые я хочу сегодня вам показать. Я впервые буду показывать это на своем канале. Раньше я никогда этим не делилась. Вот. И сегодня, так скажем, приоткрою вам завесу тайны. Это мое очень-очень личное, это мое очень сокровенное. Возможно, вы, наверное, об этом даже и не догадывались, и не знали. Ну, в общем, давайте обо всем по порядку покажу. Не знаю, вот интересно, есть ли у вас вообще догадки, что это может быть? Наверное, вы сейчас многие подумаете, что это какой-то девичий дневничок. У меня, кстати, был дневник, я в свое время вела дневник, когда уже после школы выпустилась и пошла учиться дальше. И я вела свой дневник, но я его порвала и выбросила. Я не стала копить это все, потому что там очень много разных ситуаций, переживаний. Там моя первая любовь. И там, ну, короче, там очень много бури эмоций. И причем эмоции такие не самые даже хорошие. И я где-то услышала, что вот такие вот вещи, как всякие дневники, где собраны какие-то негативные эмоции, лучше, конечно, не хранить дома, потому что они все-таки как-то влияет на энергетику человека. И, в общем, я избавилась от этого дневника, хотя, честно скажу, там очень было дорого моему сердцу, что записано, но все-таки это было очень-очень давно. Вот, и я решила с этим расстаться. Но вот эта тетрадь, это моя память, это частичка меня. В общем, это стихотворник. Он небольшой, это мой самый первый стихотворник. Такая вот тетрадочка просто. Я хочу вам показать, какого года здесь стихи. 96 и 97. Это самые такие первые стихи, такие еще прям, знаете, как я говорю, детские. Я даже не знаю, в связи с чем это было связано. В общем, получается, в 13 или даже в 12 лет я начала писать свои первые стихи. Это, конечно, ну, знаете, первая проба пера такая была. Что вижу, то пою. Хотя вот, кстати, первый стих почему-то здесь у меня записан о войне. Война, не мытье, не еда, война – это просто беда. И когда наступали враги на меня, я сумела защититься, ведь это же я. Немножко смешно, конечно, читать, но в то же время сейчас думаю, откуда у меня тогда вот в то время, в 13 лет, вообще были мысли про войну, и почему именно от своего лица я его так стих написала, в общем, не знаю. «С добрым утром! 96-й год, это 12 лет. С добрым утром просыпается народ, и собачка, как мальчонка, тут еще исправленные ошибки. Весь народ к себе зовет. Посмотри, какое утро, посмотри, какой денек. Это солнечное утро привлекает весь народ». Здесь главное, рифма выдержана, а как бы содержание, ну так себе. Вот, дальше еще тут были стихи «Маме с папой», «Моя комната», «Пони», даже про пони. А дальше пошла уже лирика, любовная лирика. Причем, кстати, смотрите, как отличается почерк. Здесь почерк был один, и вот здесь это уже 2001. В 2001 году я рассталась со своим парнем и написала этот стих. Он посвящается нам. Разлука. Можно я не буду зачитывать?
Следующее. Быть всегда с тобой рядом. А вот такой денек. Причем, смотрите, стихи-то, да, кстати, вот не маленькие, не 4 строчки. Без тебя. Все ушло без тебя. Это, кстати, уже тоже 2001 год. Дальше. Одиночество. Стих тоже кому-то пишу. А, да, не буду показывать, там даже фамилия есть. Это уже 2004 год. Я все-таки просто... А все так просто начиналось. Гляньте, какой стих. Гляньте, какой стих. Вы понимаете, как меня бомбило? Плюс какие-то зарисовки тут. Еще, я даже не знаю, это что-то переписанное или это недописанное еще. Давно я, кстати, сюда не залезала. Это, по-моему, какие-то стихи, переписанные из песни. Это не мое. Вот. Как бы на этом закончился, то есть какой тут год последний, 2004, август 2004, вот он, огромнейший просто стих. И причем это все написанное, знаете, в порыве каких-то эмоций, чувств, вот меня тогда накрывало сильно эмоции, и я писала стихи. Видимо, все-таки мы рыбы, очень творческие натуры, и вот видите, в стихах я выражала свои чувства, я выплескивала это все наружу, чтобы, видимо, эмоции в себе не копить, таким образом я это все... выписывала на листок, выговаривалась таким образом. И получалось вот такое вот интересное, в общем, занятие. Это первая самая моя стихотворная тетрадь. Потом я, значит, продолжила писать. Прошу строго не судить. Уж что есть и было, то позвольте изложить мои стихи. И первое, что здесь, опять же, какой год, это... Наверное, может, тот же переписанный, в общем, 2004. И смотрите, вот правда, стихи, ну, они не маленькие, это не четверостишье. Гляньте. Я, в общем, я писала. Видите? Все, все вот написано. У-у-у. Сашки, Андрюшки, Сережки. В общем, вот, вот, все. Понимаете, просто сколько? 2003 и 2004, точно даты нет. Только ты и никто другой, смотрите, все. На этом у меня закончилось. Что тут такое? Что-то такое? Тут промелькнуло. А, нет, что-то это какие-то заметочки. В общем, что я хочу сказать. У меня, получается, стихи последние были в 2004 году. Потом я еще два стихотворения написала... 2 года назад. И пока это все у меня в заметках телефона. И мне очень захотелось это все сохранить в письменном виде. И в этом, за этот год, я написала еще 31 стихотворение. Но я не могу вам сейчас это все показывать. Как бы это действительно такие личные стихи из моего, так скажем, архива. Но я к чему? Я сейчас это все хочу переписать на листок в бумажном виде, чтобы это все было. Я хочу это оставить в памяти. Ну, потому что телефон телефоном, все-таки где-то может потеряться, где-то может удалиться эта запись, а стихи, которые написаны на листах, где-то оставленные, они всегда будут вот в таком виде, понимаете? Поэтому, девчонки, кто из вас по гороскопу рыбы, да и вообще, может быть, и не только рыбки, кто вообще пишет стихи? Я открыла в себе вот такое вот, да, вот у меня творчество иногда просыпается, причем я понимаю, что я могу писать стихи только в очень сильных эмоциях, в очень сильных чувствах. Эмоции, когда бурлят, вот у меня приходят строчки. Это, знаете, как какое-то забвение, не знаю, мгновение просто. Ты сидишь, просто вот сидишь, какие-то делами своими занимаешься, и у тебя так в голове, знаете, вот как... Бегущая строка. Раз так одна строчка. Раз так вторая строчка пробежала. И ты понимаешь, что уже складывается что-то похожее в стих. И я начинаю сразу это сохранять в заметке, потому что если я сразу не сохраню, у меня на следующий день я могу все это забыть. Я начинаю сохранять заметки, а потом это все дело просто дополняется, тут же дописывается и рождается стих. И я просто как представлю, что за этот год 31 стихотворение написать, ну, у нас в году только 12 месяцев. Я иногда поражаюсь самой себе, и иногда открываются вообще такие стороны, такие таланты, о которых
Ну, я даже не могла подозревать. Я никогда не могла подумать, что я буду писать стихи. Но, оказывается, смогла, написала. Причем, кстати, да, это же было там не на заказ какой-то стих, не из пальца высосанный, а это шло изнутри, из себя, все переживания, все чувства, хорошие, плохие, это все высказывалось вот так вот в виде стихотворений. И вы знаете, мне кажется, у меня неплохо получается. Я некоторые стихи давала читать, и сестра у меня читала, и есть люди, которые другие тоже стихи знают, но я сама от себя в шоке. В общем, вот я нашла себе занятие сейчас на выходной день. Буду переписывать свои стихотворения и все их сюда обязательно дополню. Я очень надеюсь, что мне хватит всей этой тетрадочки, всех блокнотов. И все перепишу обязательно. То есть у меня получается такой, знаете, огромный-огромный перерыв. То есть это был 2004 последний год, да, вот в стихотворении, которое было записано. Потом это было, получается, в 20-м. Или в 21-м году у меня было еще 20 стихотворений написано. Причем тоже, кстати, не маленькие. И вот последний год, предыдущий. В общем, напишите мне, пожалуйста, о своих каких-то интересных талантах, которые вы проявили в себе спустя какое-то время. Не сразу открыли в себе. Может быть, что-то появилось. Может быть, вы тоже начали стихи писать. Может быть, писали всегда. Как к вам это приходит? Почему, кстати, вот кто-то пишет, а кто-то не пишет, да? Это же, наверное, кому-то дано, кому-то не дано. Вот интересно, как это происходит? Не знаю. Ну, в общем, захотелось мне сегодня поделиться с вами вот такой вот частичкой своей личной стороны, которую я никогда не показывала, об этом я никогда не говорила. Но сегодня почему-то мне захотелось именно вам немножко приоткрыть эту сторону свою и немножко об этом рассказать. В общем, я буду очень признательна, если вы поделитесь тоже своими историями. И кто, кстати, вел дневник в свои, такие, скажем, юношеские годы, тоже напишите. Потому что мне кажется, ну, очень-очень много девочек, кто записывал вот это вот «Привет, мой любимый дневник, сегодня я тебе поведаю о своем дне». И накатываешь там три листа. А у меня, кстати, дневник был, между прочим, форматом А4. И у меня там такие были, такие мемуары писала. Извините, не могу зачитывать, это действительно очень личное. И даже те стихи любовного характера, так скажем, которые были написаны еще очень-очень давно, мне бы не хотелось здесь озвучивать, потому что, опять же, считаю, что каждый стих, который я посвящала определенному человеку, это его стих, и только он может об этом узнать. И, конечно же, ну, мне бы не хотелось это все на общую аудиторию рассказывать, потому что я не хочу даже никаких суждений, осуждений или каких-то оценок в сторону своих стихов. Это просто такой, знаете, немножечко мне захотелось с вами посекретничать. То, чего я никогда не говорила и чем я никогда не делилась. Ну, мне кажется, пришло просто время об этом сказать. И вот сегодня, когда я увидела эти тетради, мне очень захотелось с вами поделиться. Так что обязательно жду вас в комментариях всех. И также и ваши истории почитаю. И, конечно же, вашу реакцию. Вы уж извините, что я сегодня за кадром. Но сегодня вот в этом конкретном эпизоде главные герои эти две тетради. А у нас уже подошло время к обеду. В общем, я сегодня буду делать обед на скорую руку. Купила в Вкусвилле вот такие ежики из индейки. Кстати, очень вкусные, скажу наперед, потому что камера села у меня. Я не успела вам заснять, как это все будет выглядеть в конечном итоге. Поэтому говорю, что очень понравились эти ежики. Они с рисом, и дети, и я с большим удовольствием съели их. По своему опыту также скажу, что в нашем районе из всех магазинов, которые я пробовала, покупать фарш, пока этот остается самый вкусный. Я его сегодня готовить не буду, я его только подготовлю и буду замораживать. Но из него прекрасно получаются и котлеты, и фрикадельки на суп. Дети, кстати, меня тоже очень любят. Этот суп, наверное, на днях буду вновь готовить его. Я добавляю в этот фарш только специи, я не добавляю лук. Дети у меня терпеть лук не могут, поэтому я его просто не добавляю в фарш. Просто соль, перец, и сегодня я еще захотела добавить паприку. А так даже не требуется в него добавлять хлеб размоченный с молоком, никакую картошку натертую. То есть действительно вкусный фарш, очень мягкий и очень нежный.
Безумно его люблю, поэтому всегда там покупаю. Ну, просто был опыт. Даже в Мираторге я взяла фарш, и мне он безумно не понравился. Больше не хочу там брать. Вот такие вот ежики я сначала обжариваю с двух сторон на сильном огне, чтобы сделать такую корочку им румяную, а потом просто на медленном уже огне довожу до готовности. Масло наливаю совсем немножко, просто вот для румяной корочки, так скажем, их сначала нужно хорошо обжарить. Можно довести их до готовности в духовке, ну, в принципе, и на плите это тоже удобно сделать. У меня также еще в холодильнике была отварная картошка, но так как отварную картошку уже есть, дети не хотят, я решила обжарить также на масле, и все вот так вот быстренько на весу готовится обед. В общем, сейчас буду нарезать картофель, обжаривать, и, в общем, наш обед готов. Очень быстро, очень вкусно. Если выдается вот такой насыщенный день, и времени на готовку остается очень мало, конечно же, такие продукты выручают и приходят на помощь. Это действительно очень вкусно и безумно быстро. Я на этой ноте буду с вами прощаться. Хочу сказать всем огромное спасибо за то, что провели это время в моей компании. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. И буду вас ждать в следующих видео совсем скоро. Всех люблю и целую. Пока-пока.